Мементо вивебис. Помни, ты будешь жив. Да. Бурден. Бремя, которое будет с тобой вечно. Даже если существует место между сном и реальностью. Безопасное место для тех, кто потерял сердце. Бам. Добро пожаловать в кроличью нору. Кроличья нора. Новая игра. Настройки. Ачивменты. Библиотека. Exit. Новая игра. Погнали. Тут есть несколько персонажей. У меня открыт только один. Правильно понимаю? Диск. No ability. 4 меча. 6 плюсиков. Погнали. Как играть? Меня обучат, надеюсь? Ура! Что это? Вау. Йоу. Тупой. Черт возьми. Дилер. Прости за это. Диск? Да, диск. Так, твое сердце. Как ты потеряла его? Подожди. Дай я угадаю. Кто-то с тобой расстался, типа? Незаконченная работа? Или же... У кого ножницы есть? У двух твоих мам. Спасибо. Спасибо. Я украла его своим видом. Ну, так, пойдет. Это, блин, да. В любом случае, я дам тебе свой джакет. Один из них наверху, на доме, чао. Короче, в пакетах, я не знаю, что такое джакет, неважно. В пакетах где-то там, в карманах джакета, ты нашла кроличьи ушки и маску. Поздравляю, ты решила надеть их так же, как и джакет. Ура! Вау, что? Подожди. А почему? А, W это прыгать, а пробел это рывок, я понял, окей. Пробел F. F это ударить? Понял. Что-то неудобно, что F это бить. Можно было бы вот на мышку. Арр! Захерачил. Теоретик? Какой теоретик? Е! Я не могу нажать Е, у меня буква Е не работает. Йоу, придется менять настройки. А, настройки... Блин, я не могу пройти игру, потому что у меня не работает Е. Ладно, сейчас я это... вернусь. Да... Геймер без оборудования. Вот, ребята, у меня появилась клавиатура внезапно. Наконец-то я могу нажать на Е. Ура! 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 А как подобрать? Тоже на Е, поди? Отлично. О, стрелять можно. У него есть патроны. А он... Бесконечные. Бесконечные патроны, ура. Херачим по лохам. Да блин, я же нажал на пробел. Редька. Так, R, A. А, это что такое? R-то понятно, что такое. B. О, это Q. А, Q это сменить под это оружие, типа, вот так можно. Так, ачивка получена, первые шаги. Ом. 100 метров. 100 метров. Понятно. О, тут музыка веселая стала. Блин, игра подлагивает, удивительно. Ну, на самом деле, ладно, не удивительно, у меня... Сердечко. А, у меня, кстати, не полный ХП, да, я же это, я же задамажился миллион раз.
Ааа, я дебик. Да ёпта, что он такой резвый? Тут прям сильно лагает эта игра, офигеть. Может, потому что я на втором экране играю? Может быть, нет. Да я же нажал на пробел, ну что ты будешь делать? Ура! Я еще жив. Сундучок. И опять надо на Е нажимать. Ура. Что это? Что это? Китти! Котята! Ладно, я возьму котят вместо этого. Нельзя топить котят. Погнали. О, здравствуйте. У меня одно хп, кстати. 15 голды, у меня сколько? 11? Я не могу ничего купить. Я могу купить хилку, я могу купить... Ну да, только хилку, наверное. Погнали. Блин, котята это имба лютая. Так, снова магазин. Потом будет босс. Здесь я могу купить хилки, но у меня всего 6 монет. Значит, я, скорее всего, сдохну на боссе. Магнолия. Ой-ой-ой, она страшная, она страшная, она страшная. Получай. А, нет! Я нажал на пробел, здесь с задержкой пробел нажимается, это ужас. Я нажал на пробел. Ты сдох. Ура. Рестарт, гивап. Можно рестарт, а можно гивап нажать. А какая разница? Ну, давай рестарт, давай гивап. Так, ачивменты, библиотека. А, или типа это... А, эта игра, это не прям рогалик, это прям это, полноценная. Хотя нет, 100 метров сразу. Здрасте, вы чё? Эй, Кит, у меня есть сделка для тебя. Я увеличу дамаг от ближнего урона, но... Я увеличу размер этажей. Давай, я согласен. Отлично. Ого. Кстати, она реально дохера стала бить ближней атакой. Да и... как тяжело. По факту. Я надеюсь, маты твои не слышны. Иначе мне придется цензурить еще. Да я! Я сейчас сдохну реально. От резки. Понятно. Короче, нужно настройки менять, потому что, ну, это вообще неудобно, йоу. Так, в общем, я изменил настройки, так что я надеюсь, что все будет хорошо на этот раз. Теперь у меня перекат на вот эту, на правую кнопку мыши, то есть это теперь как Enter the Gage, на прыжок это пробел. По идее, мне должно быть проще теперь. Ой, ой. Что это такое? Пусть страшный мужик. А, можно продать у него оружку? Давайте продадим. У меня пистолета, мне достаточно, в принципе. Да блин, почему? Интересно, если бы я вот... А, можно бить в воздухе, кстати. О, офигеть. Надо, может, даже два раза ударить в воздухе. Отлично. О, офигеть. Блин. Ну ладно. Пошел нахер! О. Этот раз я хотя бы не задамажился от него. Ну да, с перекатом на левую кнопку мыши попро... На правую. Попроще. Страшные вишни.
Ай, в смысле, она прыгать умеет? Охереть. О, снайперка, снайперка. Блин, у меня денег не хватает. Я так хочу снайперку себе. Блин, я хочу снайперку. Здравствуйте. Сквик? Это кролик. О, что тут? О, огнемет? А, это молочная пушка? Блин, уже босс. Да блин, нет! Не делай. Ёпта, капец, она сложная. Да блин, ну что за бред? Ладно, я не знаю, сколько раз мне придется сдохнуть, на самом деле. Раз... 20-30. Ого! Ничего себе. Да блин, ну ты... Ладно, миниган это говно. Ха, ладно, миниган это крутая тема. 10? За 10 монет можно музыку сменить? Или... А, это не музыка, это, наверное, пушку можно купить за 10 монет. Ты чё скажешь? Исрил культ классик. Ага. Ну, даже не знаю, давай не надо. Давай я с миниганом попробую вас убить. Вряд ли, конечно, получится. Отлично. Да нет, ну я же перекатился, ну что? Да... Почему такая задержка на перекатах? Это же что, Dark Souls? Бам. Одно хп осталось. Ух! Одно хп... Рыбки. Можно стрелять рыбками. Можно стрелять пулями. Даже не знаю, что лучше. Блин, я хочу... Ну ладно, я отставлю миниган и эту рыбку. Погнали. Блин. 500 метров? Охренеть, я глубоко. Ой, они летать научились? Ха, ладно, прикольные враги. Жалко, что здесь нет выбора комнат, ты просто вперед идешь постоянно, но вообще прикольно. Блин, как же у меня из-за них лагает, это просто ужас. Оу, нахера я это сделал? Я сейчас сдохну. А! Это мусорка? Ладно, на этот раз я сдох хотя бы на втором этаже. Что за мусорка? Это мой дом. Так, ну-ка давай попробуем еще здесь. Ага, два сундука подряд будет? Нет, это не сундук. Ой, что это такое? О-о-о, что-то интересное. Охота посмотреть, что это. Охрененно. Здравствуйте. Ня! Ня! Ня-ня! Офигеть, это киска. Про... Ой. Чё? А-а-а! Что? А-а-а! Так вот как здесь... Тут вместо эскейпа цифра 1. Ладно, это забавно.
Да блин, ну почему? Ура! Ура! Фух, офигеть. Это эпичный бой. Хотя с моей стороны только выстрелы. Ну ладно. Да? Иди нафиг. О! Гитара — это имба. Все, я на гитаре играю теперь. Ух, все нормально. Погнали. Краб, 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 краб. Мусорка. Ух, все нормально. Я живой. Офигенно, я живой. Я в шоке. Как я столько живу? Я смогу дойти до сундука. Ой, русалочка, здравствуйте. Блин, у русалочки дальше летят эти нотки, чем у меня. Нет, там русалочка была, которая из воды выпрыгивала. О, снайперка! Я хотел снайперку попробовать. Ну, наверное, она просто много урона наносит. Ну да, 3-6 урона, это так-то много. Ой, я испугался. Здравствуйте. Собака. Я погладил кошку-собаку. Я погладил собаку. Ура. Женщина с... А, это суккуб. Эй, хочешь поиграть в какую-то игру? Это стоит 0 монет, чтобы попробовать. Ну, в принципе, можно. Сломай ногу. Да ладно, там это... Это выражение... О. Да блин, ну конечно я снайпер, ёп. Это... Ладно. Blood is full. Fuel. О, неплохо. Понравилось? А можем еще раз поиграть? Мне понравилось. Видишь что-то, что тебе нравится? Собака. Мяу! Все, пока тогда, я пошел. Раз вы мне больше ничего не можете предложить. Почему снайперка такая имба? Она очень быстро перезаряжается, и она наносит до хера урона. Это что такое, УЗИ? А это что такое? 25 монет, а у меня как раз 26. Я могу взять, наверное, вот это. Я взял, и ничего не произошло. А, нет, 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 нет. Ай, блин, я же нажал. Говно. Отлично. Я потерял 3 хп, это полный ужас. У меня 6 монет осталось, я могу в принципе... Не, ничего не могу. И скоро новый босс будет, который я вряд ли смогу победить, потому что он новый. Мне дали еще одно сердечко. В принципе, шанс есть, но он небольшой. Танк! Танк, близнецы! Не надо, не надо. Так они дамажат все. Йоу, это сложно. Как мне... Ай. Ай. Да. Блин, настолько мало пространства для маневров. Так это ж нереально. Чё за босс такой странный? Ну ладно. Ой, да блин, опять. Что это? Партии пупер? Да нет! О, сколько денег! 41 монета, офигеть!
Это жесткий дробовик, но... Ну, кстати, да, жесткий дробовик, мне нравится. О, огнемет. А вот это что? Книга номер 6. Моко Репорт 1. Была добавлена в библиотеку. Понятно, здесь надо книжки покупать, чтобы... О, это плюс сила. Кстати, плюс сила мне нужна. Damage up. Огнемет, наверное, брать не буду. Ой, здрасте. Давайте, я готов. АК-47 тоже быстро перезаряжается. Не. Здесь не обязательно наводиться прямо на эти шарики. Можно... Тут всегда один тот же босс в конце. Игра бесплатная, ёпт. Чё ты от неё ждёшь? Да блин! Ого, сколько урона. Давай, всё, изи. В этот раз намного проще было. Так, давай вот это подберём. Что это? Ух ты! Посмотри, какая у меня пушка. Она охеренная, посмотри. Она же реально имбовая. Так они бесконечно... Они бесконечно... А почему такая имба? Ну ладно, может быть она наносит мало урона, может быть... А, ну она просто мало урона наносит, я понял. Зато можно благодаря этой херне замедлять время, потому что когда лагает, время замедляется. О! О! Тут она продает за это, за жизни. Она за жизни продает это, приколы. Я, наверное, возьму вот это. Ой, это базука, базука! Что это? Что? Интересно, а базука много наносит, как думаешь? 100... А! 105 урона наносит. Нормально. Как будто бы много. Ай, почему? Я ж тебя взорвал. Ой, дурачок. Нафига я это сделал? Так, мусор, мусор, только не мусор. Умри, пожалуйста, умри. Так, за 14 можно купить какую-то херню. Можно купить damage up. Damage up я куплю, конечно же. Еще я хочу купить вот это. Не знаю, что это. По 30 урона уже наносит, охренеть. Вообще им... Бляха, муха, одно хп. Можно мне, пожалуйста, под хилку? Ну, на боссе, скорее всего, сдохну все равно. С одним-то хп.
Давай, херач! Херач, херач, херач! Херач! Оба! Да блин. Я убил одну. Ай! Нет! Почти. Дерьмо. Ну ладно, я почти победил. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Всё. О, петух. Не, петуха я брать не буду. О, нет, я сейчас умру, у меня 2 хп. Оу, тихо, 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 тихо. Да блин, ну, ладно, 1 хп осталось. Шанс еще есть. Их, конечно, не так много, но... Всё-таки... Да блин. Ого, меня ещё пронзило в конце этой хернёй. А, в смысле? Ай-ай-ай, не надо, ну я же хотел... Ладно. Ура! Огнемет. А! Это опять эта херня. Падлы. Да блин, ну у них не атаки. Атаки невозможны. Ну как можно, блин, 2 босса рядом ставить таких ублюдских? У меня просто вот 2 сантиметра для передвижения, это же бред. Ладно, второй босс нереальный, я вряд ли смогу игру пройти. Наверное, пора заканчивать. А, я... это было забавно, ладно. Да блин, ну я даже не встать не успел. Ну, спасибо. Наверное. Ч- я ж перекатился. Ладно, перекаты в этой игре очень ублюдские, я в шоке. Да блин! Да не нужен ты сосатель! Да ж... Мра... Вот какое здесь ублюдское, вот серьезно, перекат. Вот я иду, чтобы перекатиться. Оно не работает просто. Короче, это проигрыш. О, повезло. А, нет, я перепутал. Она меня убьет. Опять кусок говна на перекате. Да блин. Не, где херня? Я перекатился, вот я тебе... Говно. Да блин, ну что? Опять. Какое-то дерьмо. В
Вот это что за мув? Вот почему она так долго встает? Почему она так долго перекатывается? Это же абсолютно сразу смерть, если ты что-то, ну, что-то делаешь, все, смерть сразу. А, я опять перепутал. Ну почему я такой дурик? Почему она иногда так быстро перезаряжается, иногда долго? Я не понимаю. Она же не сдамажила изначально. Почему потом сдамажила? Странно как-то. Сейчас будет. Пожалуйста, не надо, девочка, не надо. Давай, я добью тебя, пожалуйста. Ура! Какой-то веки. Ху-ху. Ну, нормально. Все, на этом все, ребята. Игра сложная. Игра, в принципе, крутая, но какого хера? Короче, очень неудобная игра, странная, но прикольная, прикольная. Очень. Интересное. Самое крутое, что она бесплатная, да. Так что всем пока-пока-пока.